и немного грустный праздник, к которому мы шли не один год. Позади экзамены, концерты, успехи и разочарования. От всей души поздравляем всех, кто выдержал эти испытания и дошел до выпускных экзаменов. Сегодня мы в очередной раз провожаем большую жизнь наших выпускников. Это наш 49-й выпуск по счету. Глядя на вас, дорогие выпускники, каждый из нас испытывает смешанные чувства. Радость, что вы стали вполне взрослыми и самостоятельными людьми. А грусть, потому что пришел час расставания. Но сейчас мы еще вместе, рядом, как дружная семья. Слово предоставляется директору школы Кузьменко Елене Александровне. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. По разным поводам собирались мы в этом зале. Это и концерты, и конкурсы, и фестивали. Но такого события у нас с вами не было. Да и, наверное, у каждого вот такие моменты, такие встречи, которые случаются один раз, которые знаменуют определенный этап жизни, надолго запоминаются. Мы очень рады, что вы у нас были. Мы гордимся вашими достижениями, вашими удачами, вашим победам. Придя сюда, каждый год к нам приходит около 50 человек, а в выпуске 20. О чем это? Только самые стойкие, самые уверенные, самые надежные, не самые трудолюбивые дети сегодня в этом зале. Я поздравляю вас. Много, конечно, пришлось потратить вам сил, здоровья, своих нервов, но я думаю, что оно того стоило. Вы научились, освоили игру на музыкальных инструментах. В этом году у нас выпускаются художники, которые научились различным техникам и манерам живописи. Но и музыканты, и художники получили огромные знания, которые в дальнейшем, я думаю, очень-очень пригодятся. Знания об искусстве, знания о душе, знания о том, как чутко реагирует человеческое сердце на прекрасное. Вот я очень желаю вам, чтобы это прекрасное всегда сопровождало вас. Многие дети освоили игру в оркестрах. У нас в школе два крупных детских оркестров, которые имеют свою программу и дают сольные концерты. Таких коллективов в городе Херсоне нет. Это детский джаз-бэнд и оркестр народных инструментов. И вот в этом году, вот действительно правильно сказали, мы и радуемся, и очень огорчаемся, потому что уходят дети, которые составляли костяк этих коллективов, которые во многом вытягивали на себя концерты и выступления. В джаз-бенде это Семенко Гриша Трубач, у народников это Бабченко Максим, Дима Калита. Удачи! А наши вокалисты, наши хормейстера, которые выступали на разных тоже конкурсах и концертах, хочется очень верить, что вам эти все навыки, вы ими воспользуетесь, и они вам очень-очень сильно пригодятся. Ну, теперь пару слов о родителях. Всегда хороший результат достигается тогда, когда есть три единства. Ребенок, педагог и родитель. Какие бы ни были наши золотыми наши дети, все равно это дети, которым хочется поиграть, которым хочется иногда где-то подурачиться и сочковать. Но именно благодаря терпению, огромному терпению родителей, их доверию к педагогам, и получается вот это чудо, ребенок, исполнитель, ребенок. Спасибо вам, я вас поздравляю. Бог вам в помощь в дальнейшем и много-много сил. И, конечно, педагоги, еще одна составная успеха личности. До 7 лет они сопровождали детей, помогая им и в минуты радости, побед на конкурсах, и те минуты, которые, когда проходили срывы. Бывает в нашей профессии, это бывает, но тоже даже в момент срывов есть своя положительная черта. Уметь в нужный момент, когда земля уходит из-под ног, собраться и мобилизовать все силы. И показать, что ты можешь, что ты готов сделать ту задачу, которую
Поздравляю вас. Дорогие ребята, добрых и добрый вам путь. Чтобы каждый нашел свою дорогу, чтобы реализовал свои самые потаенные мечты и желания. В добрый путь. Вы сделали это. Вы молодцы. Ждем в гости к нам и также встречаемся на страничках нашего сайта «Дети Art Girls in Ukraine» и «Школа мастерств номер 1 ВКонтакте». Слово предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Могилевской Марине Геннадьевне. Получается, Овсиенко Варда.
рядом с тобой кирпичами. Thank you.
для нас Ліна був разом. Это были и какие-то занятия, связанные со специальностью, это были и занятия, в которых вы проявляли свой характер, свою индивидуальность. Это хорошо, потому что, как уже сегодня говорилось, вы творческие люди. И мы старались воспитать в вас эту креативность, это творчество, эту творческую натуру. И этим вы отличаетесь от всех других. Мне бы очень хотелось, конечно, пожелать вам, чтобы ваше обучение в нашей школе не остановилось, чтобы вы были востребованы, чтобы вы свое умение дарить людям радость звуками, музыки, кистью, красками, карандашами, чтобы это у вас продолжалось, чтобы вы не прятали свой инструмент, чтобы вы радовали людей и дальше, и дарили им это прекрасное искусство, чтобы музыка всегда звучала в вашем доме, чтобы вы играли на инструменте, и чтобы вас слушали и говорили, а вот мы так не умеем. Так что успехов вам, будьте востребованными в вашей жизни, в своей специальности. Дарят нам не только музыкальные подарки, но и материальные. Это ксерокс для успешной дальнейшей работы. Большое спасибо.
подарит нежный звук. Он потечет в семи морях, откроет семь чудес, и радугой семи цветов коснется вновь небес. На сцену приглашается Сидоренко Даша. Гуля, талантов 2013 года в городе Желтые Воды. И она исполнит для нас этюд «Парцхалат». Thank you.
лауреата джазового конкурса в городе Херсоне 2012 года «Сердце Браво» Шпак Ольгу. Всех моя!